не так давно открывшийся новый павильон на улице Магнитной, 111, уже давно притягивает внимание жителей города Магнитогорска и их гостей. Еще бы, сегодня и сейчас нет необходимости тратить свое время в поисках автомобиля. Сегодня и сейчас ваш автомобиль ждет вам рядом с казачьей переправой. Кстати, если кто-то может сказать, что машины здесь все БУ, скажем, здесь есть и новинки от отечественного производителя. И вы можете заказать себе нужный вариант, и вам его привезут. Я понимаю, что вы житель Владивостока, и вам понятен прелести правого руля, да? Но вы сейчас смотрите на автомобиль с левым рулем. Как здесь оценки-то? По расценкам вас интересует, да? Достаточно бюджетный вариант. Как бы за такую комплектацию машина все-таки японская, вот, и в ней есть свои преимущества. Ну, выбор тут достаточно хорошим. Для каждого покупателя найдется своя машина. С особенным вниманием здесь подходят к покупке вашего автомобиля. Люди смотрят вашу машину и выдают нормальные деньги. И это не торговля из рук в руки. Вы берете свои деньги и здесь же покупаете автомобиль. Большей вместимости и чуть лучше. И возможность такая есть. Все, что продано, тщательным образом проверяется. Устраняются недостатки, если таковые имеются. И машина ждет своего нового хозяина. Ребята, я еще не выбрал, только выбираю. Выбираете, да? Ну, все. Машин много. Выбор хороший. А вы, так я понимаю, немножко водитель для того, кто ездит туда, куда народ телят не гонял. Это точно. По приходимым дорожкам таким, покос. То есть смотрим на Ниву, да? Да, Ниву. Ну, сейчас двух смотрели, сейчас Шевроле приглядываем. Как цены здесь? Мне кажется, вот я вчера был на базаре, да, понятное дело, что там немножко холодно было, а здесь тепло. И цены такие не сильно большие. Не, нормальные цены. Не знаю, сколько со страховкой, если подойдет, сколько, интересно, выйдет сумма. Это кредит. Ну, присмотрим сейчас что-нибудь, посоветуемся. Ну, лучше сейчас мы ходили новые, смотрели. Почти 600 тысяч. Ну, понятно, да, разница так чуть-чуть маленькая, да? Половину раз. Естественно, вы здесь не получите ссор. Здесь ссора не любят. И все автомобили – это норма. Как снаружи, так и внутри. И нормальные, разумные цены. Кстати, слово такое, помните? Trade-in. Этими словами вас прельщают все дилеры. У вас за копейки берется ваш автомобиль, и вам впыривают очень дорогую новинку. Здесь все лучше. Ваш автомобиль берется по вашей цене, и вы сами выбираете то, на чем поедете далее. Причем ассортимент огромен. Вы, кстати, можете поставить здесь же вашу машину на продажу. И ценник к оплате, и это всего 3%. И это выгодная тема для тех, кто умеет считать деньги. Кстати, здесь ждут каждого. И для тех, кто дружен с интернетом, есть и замечательная страничка. И вы, зайдя на сайт, можете посмотреть новинки. При этом все то, что представлено, здесь смогут увидеть и гости города, и те, кто сюда приехал, и продавать, и покупать машину. Посмотрите новинки и посмотрите цены. И опять же, про цены. Если у вас внезапно не оказалось денег на нужный автомобиль, естественен и кредит. Причем здесь работают со всеми банками города. И если у вас внезапно выросли проблемки, то специалисты этого центра их также быстро и решат. Конечно, цены здесь не самые дорогие, но все равно у некоторых людей может не хватить там 50, там, может быть 100 тысяч рублей, может быть чуть больше. Это все возможно сделать? Да, конечно. Best Auto, автосалон, сотрудничает со всеми банками в городе. То есть мы можем легко за короткое время подать заявку в кредит на автомобиль и уехать на автомобиле. Это все это можно буквально сегодня и сейчас сделать? Да, от 5 минут до часу вопрос решается. Естественен и выбор страховок. И здесь все тоже для вас.
вы можете оформить и КАСКО, и ОСАГО. Да, это центр продаж и покупок. И все это вы можете сделать здесь, и ехать никуда не надо. Магнитная 111. Это место проехать вам не удастся. Если вы ездите по казачьей переправе, то со стороны города это налево, со стороны комбината направо. Особенно радует график работы. Каждый день с 9 до 8 вечера. В день воскресенья замечательный крытый рынок, в котором продается и покупается и ваш автомобиль, и автомобиль вашей мечты, открыт с 7 часов утра до 8 вечера. И естественно телефоны 58 11 10, 49 10 07 и 49 39 11.